звуть Олександра Мироненко. Мені 8 років. Я із села Чубинське Київської області. Моя мама дуже хотіла стати співачкою, але коли народила мене, почала займатися мною. Хорошо, тепер те ж саме, тільки на улыбке. І? Тато не розумів маму, і вони розлучилися. Переворачиваю. Мама зараз працює, піклується про мене, щоб я все мала. Так, я тебе люблю. Захотіла я цю іграшку, мама мені купила, і вона для цього старається, але трошки не виходить. Олександра, йдемо на сцену. Я прийшла на проект «Голос діти», щоб підтримувати свою маму. Я хоч і маленька, але дуже-дуже сильна. Яка ж ти маленька, дитина моя. Боже, як же ж таких малих не бояться випускати на сцену? Я думаю, що дитинка зараз хвилюється. Давайте побажаємо їй успіхів. Удачі тобі. Дякую. Публіка оживилась, да? Хтось вийшов на сцену інтересний. Інтересно. В жизни у меня глаза на мокром месте от пения. Это было так честно, так искренне. У вас такой голос, это подарок свыше. Как вас зовут? Добрый день, меня зовут Александра Мироненко. Мне 8 лет. Ты очень-очень красивая. Спасибо. Мне понравилось, как ты и робко, и в то же время очень музыкально пела эту песню. Я тебя, конечно же, жду в свою команду и хочу, чтобы мы с тобой спели множество красивых песен. Александра, я влюблен в ваш голос. Для меня будет большая честь, большая радость, если вы выберете меня как своего тренера. Мы победим вместе однозначно.
А теперь, Саша, очень серьезный момент. Нужно выбрать между Димой, Монатиком и Тиной Карой. Александра, вот у вас так красиво, вы сейчас двигаетесь, вот у вас манера, да, даже своя есть какая-то такая, Стиви Вандеровская. А мы вас расслабим, мы вас откроем, у вас микрофон окажется в одной руке в итоге, вы будете гораздо увереннее, и все это станет еще интереснее. В общем, вам выбирать. Мне нравится, как Саша умеет давать отпор мальчикам. Нехило, тут за тебя борьба началась. Александра, а теперь, пожалуйста, выбери, кто же будет твоим тренером. Тина или Монатик? Монатик или Тина? Ох, какая интрига! Ох, какая интрига! Александра, вы интригантка! Разволновалась, крошка, не волнуйся. Давай. Я выбираю... Я выбираю Монатика. Молодец! Есть! Класс! 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 Как я рад! Спасибо большое! Добро пожаловать в команду Монатиков! Это тебе. Нет. А ну да, тебе. Пойдем, проведу. Ох, мы с тобой делов наделаем, накрутим с твоим тембром. Ох, ничего себе! Как вас много болеет здесь! Ну, с такой группой поддержки мы однозначно придем к победе. Алечка. Спасибо. Спасибо тебе. Моя хорошая. До скорой. Дима, судя по крику, ты там познакомился со всей семьей, девочек, да? Да. Поздравляю тебя, классная кнопка. Кружите нас! Е-е-е! Карусели! Так мурашки бегают. Тики начинают спевать сразу. Ты знаешь, вот слово «мурашки» меня сразу же окунают в тот самый голос краины, в котором я отсидел. А я уже давно тут сижу. 5 лет! И сразу ностальгия по Славика Вакарчука мурашкам. Они, когда чувствовал мурашки, они расползались сразу на соседних людей, которые сидели с ним. И теперь мурашки Монатика. Почему бы и нет? Голос-то развивается вместе с нашей страной.